7 стран стали участниками Кубка мира по современному мечевому бою в Москве. В таком широком рыцарском представительстве 4 медали взяла тюменка Мария Почувалова. Она стала лучшей в индивидуальных и командных соревнованиях в дисциплине сабля плюс баклер. А также дважды становилась на третьей позиции в триатлоне и сабле и щите. Родители предложили заниматься чем-либо, чтобы не тратить время впустую. Ну, решили отдать на фехтование, думали, в белых костюмах будет. Сейчас я занимаюсь и этим видом спорта, которое олимпийское фехтование, и вот этим, которое на мягком оружии. Если в фехтовании там как бы какая-то эстетика, красота там, ну, прям удара какого-то колющего, вот, то здесь это больше прям бои. Тут нужно понимать, как ведет себя соперник. Теперь тюменские меченосцы готовятся к турниру, посвященному Дню Победы. Он состоится в Шадринске 13 и 14 мая.